Волгоградская госавтоинспекция на пересечении улиц Чуйкова и Краснознаменская у нерегулируемого перекрестка установила лежачий полицейский. Не простой, а нарисованный, выполненный в формате 3D. Это одна из форм предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Плюсы такого лежачего полицейского в том, что он достаточно мобилен. То есть он не требует каких-то больших затрат, да, то есть его можно нарисовать, и иллюзия создается, что это все-таки искусственная неровность, что заставляет водителя притормозить. Соответственно, у пешеходов есть больше, так сказать, времени спокойно перейти через дорогу. А в 2012 году на нижней террасе набережной уже рисовали такого полицейского, но он быстро исчез из-за некачественной краски и технологии. На сей раз художники подошли к этому проекту очень серьезно, вооружившись хорошими красками. Но если тогда это был эксперимент, то сейчас это уже социальный проект, и в перспективе такие 3D-лежачие полицейские волгоградцы увидят на многих улицах и перекрестках города. Воплотить в жизнь такого полицейского взялись настоящие художники. Это, конечно, ограниченная палитра красок, поэтому, да, очень сложно передать объем, потому что 3D, она все-таки использует очень яркие цвета, очень колоритные, чтобы передать именно объем. Мы плавно делаем переход от темного к светлому, то есть мы работаем только в цветотени. Ну, желтый цвет, он имеет свой смысл как предупредительный цвет, поэтому мы его так обозначили. Пока за два дня в городе нарисовали два таких 3D-лежачих полицейских на этом перекрестке и на улице Ордатовской. В планах же Волгоградской госавтоинспекции еще много задуманных и нереализованных идей на тему безопасности дорожного движения.